Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Трансляция начнется через 4 минуты. Трансляция начнется через 4 минуты. Всем привет, кто будет подключаться сейчас к нашей трансляции, кто будет смотреть ее в записи уже после. На часах у меня сейчас 14 часов Москвы, и значит можно начинать нашу сегодняшнюю встречу. Так, сейчас камеру чуть поправлю. Я представлюсь, меня зовут Александр Казанцев, я руководитель проект и основатель «Просторобот». Это издательство научных настольных игр. Я доцент кафедры информатики и математики Глазского государственного педагогического института и эксперт в области геймификации образования. И сегодня я как раз хочу поговорить, рассказать о том, как можно применять, как использовать настольные игры в образовании и поговорить о безмашинном обучении, информатике, робототехнике, программированию, то есть ИТ
в отрасль, направление, и рассказать о том, как настольные игры применяются как раз в обучении информационным технологиям. Итак, еще раз всех приветствую, кто подключается к нашей трансляции, приветствую всех, кто нас смотрит. Сейчас я переключусь на презентацию, и мы сможем уже... Так, сейчас я включу, чтобы меня было тоже видно на маленьком экранчике, и начну рассказывать о том, что о нашей текущей сегодняшней теме. Так, сразу говорю, кто смотрит меня сейчас на Рутубе, я вижу чат. Если вы можете туда писать, если вы тоже видите чат, если вы меня хорошо слышите, если какие-то возникнут вопросы в процессе моего рассказа, не стесняйтесь, отписывайтесь, я все прочитаю, все как раз отвечу на ваши вопросы. Можете написать, откуда вы, кто меня сейчас смотрит, чтобы я не был один как бы на лекции, как наедине с собой. И у нас такой получился небольшой интерактив. Итак, ну, я вижу, что трансляция на Рутубе идет. Тоже, значит, она существует. Сейчас я проверю еще раз. Да, голос мой тоже слышно, буду говорить чуть-чуть погромче, чтобы меня было лучше слышно. И вернемся, поехали, уже начнем конкретно по нашей теме. Настольное игровое образование и безмашинный метод обучения в информационных технологиях. Так, ну, первая тема, которую хочется затронуть, это настольные игры в образовании. На самом деле тема не новая, тема вообще даже игрификация образования тема не новая, но обычно про нее вспоминают только до того момента, как ребенок идет в школу. То есть игры – это неотъемлемая часть дошкольного образования, но как только ребенок попадает в школу, считается, что надо его приучать учиться по учебникам, никаких игр, это все баловство и тому подобное. И я здесь и соглашусь, и не соглашусь. Почему? Потому что игры, они разные. И в том числе и настольные игры, они разные. Ну, в принципе, вот такая маленькая иллюстрация. Это вот такой выборка. Даже менее 1% того, что есть на рынке из настольных игр, которые можно отнести к образовательным. Ну, мы больше-то привыкли, родители, к тому, что есть развивающие игры. Ну, здесь тоже есть развивающие. Но мы поговорим именно об играх, которые чему-то учат. Ну, почему? Потому что я вообще все игры делю на нескольких таких составляющих. Это первое, это методические игры. Это игры, которые можно применить как учебное пособие, либо которые служат дополнением какой-то там главе учебника, либо там к изучению какой-то определенной тематики. Ну, это известные там всем. Учимся считать, там, дроби и тому подобное. Они в основном одноразовые, то есть ребенок там раз-два сыграл, и после этого играть ему не интересно. Он эту тему выучил, все, ему к ней возвращаться уже смысла нет, так же, как неинтересно возвращаться к какой-либо главе какого-то учебника. Второе направление игр – это игры профориентационные, игры деловые, игры, в которых обязательно должен быть ведущий, психологический и тому подобное. Ну, вот здесь вот яркий пример, игра профи, это профориентационные. Это игры с ведущим. Это здесь игра служит как такой базой для того, чтобы поглубже, проще было человеку, то есть ведущему, погрузить играющих в какую-либо там глубокую тему. Ну, например, там бизнес-симулятор или, ну, это по сути дела какие-то различные симуляторы профессии или там психологические поиски, прохождение путей. Ну, то есть эти игры играть один ребенок не сможет, также с родителями играть не сможет, и преподаватели не все смогут с ними также разобраться. Ну, следующий тип игр — это вот как раз настольные игры, которые семейные. То есть это те игры, которые можно использовать как в школе, так можно использовать и дома. Например, их можно применить для непосредственной
проведение там вечеров с детьми. И в некоторых случаях даже ребенок, дети, ну, даже один ребенок, если игра на одного человека, дети сами смогут в них поиграть. Они, по идее, ничем не отличаются от обычных настольных игр, ну, обычных, которые там развлекательные, но внесут в себе обучающую и научную составляющую. Ну, здесь мы, например, видим эволюцию. То есть это самая такая, может быть, известная серия игр, которая появилась в России. Она завязана на биологию, на теорию эволюции. И, ну, в свою очередь, у нее интересная механика. Это просто интересная семейная игра. Вот еще одна игра, это генотип по горошку Менделя. Только-только вот игра издана. Вот эффекты фикции игра. Это компанейская игра, но от 4 лет, но позволяющая развивать речь. Ну, экономикус — это экономическая игра, микромир — это, опять же, мы, вот, кстати, к играм, вот, микромир и генотип мы вернемся чуть позже, когда поговорим об издательствах. Ну, адмирал — это историческая игра про морские сражения. Ну, это такая маленькая выборка, их гораздо больше, поэтому вы, если наберете там образовательные игры, развивающие игры, научные игры, вам выдаст огромное количество игр, которые существуют. Так, ну, какие издательства есть? Ну, начнем с такого самого научного издательства. Это издательство, на которое я сам ориентируюсь. Это Genius Games. Это издательство выпускает игры, в которых очень глубокая научная составляющая. Они рассчитаны на достаточно старший такой возраст. Они обычно рассчитывают на 14 лет, но минимум там на 12 лет. Ну вот, есть, конечно, на 8 лет, вот ты же Virulence и так далее, но когда я вот с ними общался, они сказали, что у нас игры там 12-14 лет, потому что у нас заложена туда научная база, которая изучается там в школах, там в старшей, в средней, там в старшей школе. Это издательство небольшое относительно, они издают игры в основном через краудфандинг и вот. Ну вот одна из игр, которая клетка, если вы посмотрите сюда, вот Микромир, она Цитозис, она у них тоже была издана и в России. Если на сайт у них зайти, у них игр не так много, но у них игры есть на химию, на экологию. И там они в основном такими занимаются больше науками неточными. Выходит. Так, ну, российские издательства. Издательство, которое явно себя позиционирует как с научными играми, это вот простые правила. У них есть серия игр, они вот просто наука называются, они рассчитаны как раз на изучение каких-то либо отдельных составляющих, ну, например, вот русский язык, падежи, числа и так далее. Ну, это начальная школа. В основном они позиционируются на начальную школу и на дошкольное образование. Ну, может быть, самое известное издательство — «Банда умников», у которых также игры, ну, по оформлению вообще развлекательные, они также позиционируют себя в основном на дошкольное и младшее школьное образование. У них огромное количество игр есть, но в последнее время они так снизили такую активность именно в настольных играх, а больше-то уходят на онлайн-курсы, на методические тетради и тому подобное. Ну, это связано с тем, вообще, забегая вперед, скажу, что настольный рынок, он именно научный настольный рынок, и научных настольных игр и рынок, он не сильно коммерчески такой успешный, и заниматься им нужно либо на уровне даже хобби, вот как мы занимаемся, я занимаюсь в своем издательстве, либо издавать эти игры на пробу, потому что коммерческого успеха они такого большого сильного не имеют. Но опять же, без, если эти игры не издавать, то тогда будет очень неинтересно. Так, ну вот наш издательство «Просто робот». У нас игры, это, есть, конечно, «Лесной завод Совы», не только научные, в основном у нас вот наша серия большая — это «Битва големов». У нас уже вышло в ней три игры. Мы химическую игру готовим, про нее расскажу. И вот игра электротехническая. Ну и «Рыцари против пароботов», она такая более развлекательная, за гостем она логическая игра, поэтому... А я ее так позиционирую посередине между научными и развлекательными играми. Вот. И, ну, у нас правило такое, что мы издаем каждую новую игру с какими-либо видоизменениями. Мы не допечатываем игры, то есть маленький тираж, и получается у нас постоянно так уникальные издания есть. Ну, расскажу, например, на нашем примере, что вообще такое научная игра и почему ее можно использовать в образовании. Ну, начну с того, что настольные игры в образовании использовать можно не только в доп. Образовании
именно многие считают, что ну, настольные игры там на продленке использовать, либо когда там дети поиграют на кружках где-нибудь, если надо завлечь там, между там занятиями на компьютере. Нет, и с моей личной помощью, если посмотрите программу наши федеральные стандарты, то вы найдете, что, например, там по физике или там по другим предметам можно принять настольные игры прямо в образовательном процессе. И я, честно скажу, я рад, что я этот издательство «Новый диск», мы это дело пробили стандарты, поэтому можно использовать игры у нас прямо на уроках. Ну, если мы посмотрим, например, вот химическая игра, потому что вернемся потом уже к айтишным играм, то яркий пример вот «Сон Менделеева» — это игра, которую мы сейчас готовим. То есть, по факту, это обычная развлекательная игра, семейная игра, три в ряд, от 6 лет мы ее позиционируем на 2-4 игрока, где вам, по сути, надо собирать цепочку там, из трех элементов и там, зарабатывать очки. Но если посмотрите внимательно, видите, что у нас здесь есть 4 группы элементов наши, металлы, металлы, галогены и так далее. И каждый элемент, там, каждый вот компонент, он несет в себе еще дополнительную какую-то обучающую, либо научную составляющую. В нашем случае это есть именно таблица Менделеева, оформление элементов по таблице, название там на латыни и описание этого элемента. То есть, по сути дела, каждая карта несет в себе не только информацию, что это просто очки какие-то дополнительные, но и несет в себе энциклопедические знания. И плюс тут еще не добавлено, у нас еще будут соединения, то есть еще дети параллельно еще изучают простейшие соединения там, на базе там, NO2 и так далее, CO2 там, из простых таких элементов. Ну и ну тут хотя 4 группы, ну достаточно уже, чтобы детей завлечь химией, и чтобы они вот уже поиграли и потом полезли в ту же Википедию, посмотрели, может там что-нибудь поинтереснее есть, какие-то там информация дополнительная и так далее. Вот. Или электротехническая игра «Не закроти цепь». Ну вот это уже старое издание, сейчас мы готовим новое издание, об этом тоже позднее скажу. По факту дети собирают электрические цепи. То есть батарейки, есть лампочки, резисторы, диоды, светодиоды и даже есть вот герконы. Вот. Но дети параллельно изучают уже, игра от 8 лет, дети параллельно уже 8 лет изучают основу электрических цепей, которые они позднее будут изучать физики уже только в старших классах. И так как есть там вторая сторона, символьная, то можно поиграть просто как в обычную настольную игру и с механикой собери цепочку, так называемую. Но можно детей завлечь вообще электротехникой. Тут еще какой плюс, что движок игры разработан так, что все цепи реальные. То есть, если, например, две лампочки поставлены в цепь с батарейками, то они будут гореть, например, в полнакала. Или там, когда лампочка поставлена со светодиодом, то она будет гореть так же, как если бы дети собрали цепь там, с резистором, собрали на макетной плате. То есть мы постарались еще сделать еще и реализм такой физический. То есть, где, ну, эту игру уже используют в различных кружках, там, по электротехнике, когда дети там на макетках что-то собирают и так далее, потом садятся и играют, и уже такие, и дополнительно себе закрепляют знания, которые получены по там, основам электрических цепей на реальных там, физических макетных платах. Так. Ну, это вот что касается, в принципе, настольных игр в образовании. То есть они есть, их издают, их мы, в том числе и наше издательство, и я, будем издавать. И их очень, на самом деле, существует не только даже, которые издаются игры, еще есть огромное количество игр, которые можно просто скачать, распечатать и использовать в образовательном процессе. Ну, тоже в интернете все можете найти. Так, теперь поговорим о безмашинных методах обучения. Ну, почему? Потому что это прямой ход, почему настольные игры вошли именно в мир информатики, программирования и робототехники. Если мы посмотрим на историю IT, на историю преподавания информационных технологий, то мы обнаружим вот даже вот на российском примере, что изначально у нас все методы обучения были безмашинные. Но это связано было с тем, что у нас компьютеров-то не хватало тогда. Компьютеры были дорогие, компьютеры домашние были недоступны. И, например, тот же школьный алгоритмический язык Ершова, академика, как раз он был для безмашинного курса информатики разработан, либо курс, на который, опять же, меня лично
Это курс, разработанный Александром Дувановым, Роботланде, различные там исполнители, Кукарачи и так далее, которые выходили в журнале «Костер». Они очень многих школьников и меня лично наставили на путь IT-технологий. Это также безмашинное обучение, как раз исполнители, программы, которые можно писать вручную и которые позже давали знания, которые можно потом было применить уже на компьютере, на больших компьютерах. Вот. Но это направление не заглохло, и самым известным апологетом безмашинного обучения сейчас считается Тим Белл, это профессор Кантерберийского университета, это университет в Новой Зеландии, он, и у него есть такое направление CS Unplugged, Computer Science Unplugged, то есть это, ну, как бы называют по-английски screen free, то есть безэкранное обучение. То есть он сторонник того, что очень много методов, особенно методы, которые изучаются в теоретической информатике, а теоретическая информатика, она в принципе не должна требовать к себе использования компьютера. И очень много компьютерных вещей, которые мы изучаем на информатике, можно изучить гораздо проще за счет там, подвижных игр, за счет каких-то либо объяснений на там, материалах подручных и тому подобное. То есть простые вещи, они гораздо проще понимаются, чем если там ребенка мы посадим за компьютер и пытаемся ему там показать, как это работает и зачем и тому подобное. Вот. Мне посчастливилось с Тимом Беллом общаться напрямую в Лондоне в 2013 году, и вот на нас, на участников как раз слета Google Rise, продемонстрировал там некоторые такие интересные части. Ну, вот яркий такой пример, который я сам использую на занятиях со студентами. Это пример, показывающий работу с битами четности. Ну, то есть, по сути дела, это фокус. То есть, мы размещаем карточки там 5 на 5, просим, потом размещаем определенным образом дополнительные карточки. Ну, тут, соответственно, где красная карточка, там единица, белая карточка, это 0. И если там посмотрите, что количество карт, оно определяет, показывает, сколько у нас четных элементов здесь. То есть, по сути дела, это бит четности. И потом просим там студентов или там школьников перевернуть одну карточку. И за счет того, что мы видим изменения, мы легко определяем, в каком месте у нас случился сбой, по сути, в передаче информации. Также очень хорошо объясняет, почему бит четности только единичную ошибку определяет и так далее. То есть это вот один только пример. Если зайти на сайт проекта CS Unplugged, зайти на их книги, которые, кстати, переведены часть заданий на русский язык, там огромное количество, там и кодирование есть, там и передача информации, и сетевые там технологии и тому подобное. То есть всем советую зайти, посмотреть, почитать. Это очень такое интересное решение. И на самом деле сторонники безмашинного обучения, они говорят то, что безмашинное обучение, во-первых, привносит информатику в младшие классы, то есть вообще можно за школьниками начинать изучать. Оно гораздо более понятно для младших там школьников и начальных там классов там 5-6 средней школы. И опять же, оно решает проблемы с теми же наличием компьютеров, решает проблемы с гигиенические там требования, требования того же СанПина, когда нельзя много детям работать за экраном, когда мы не можем уйти там от какого-либо экранного времени. И решает проблемы опять с количеством практик, потому что вот то, что вот мы используем без машины, мы можем прямо на уроке показать, мы можем заменить скучную лекцию, которую у нас часто сейчас, как у нас считают, у нас же информатизация, мы вместо учебника начинаем показывать презентацию на экране или там с проектора, по сути дела дети глаза портят, продолжают. Лучше заменить вот какими-либо такими активностями вместе с детьми прямо на уроке и изучить все это совместно. Вот. Поэтому без машинного обучения оно имеет право на жизнь. О нем написано достаточно много. Если поищите на Хабре, я недавно в блоге компании RoboUniver писал статью. То есть не я, мой коллега писал статью по безмашинному обучению. Просто введите в поисковике и найдете эту информацию. Там все за и против этого метода рассказаны. А теперь вернемся именно к настольным играм по IT-технологиям, по информатике, программированию и робототехнике. Вообще история началась
с того момента, когда появились домашние компьютеры. Как только появились компьютеры в свободном там достаточно доступе, появилась необходимость обучать не только детей, но и взрослых компьютерным технологиям. И тогда же начали появляться первые игры. Ну вот самую первую игру, которую настольную я нашел по этим технологиям, это вот игра Computer Rage, как раз 1977 года она. Эта игра просто ходилка, но опять же, если так посмотреть на нее, тут есть какие-то условия и так далее, то есть там надо было двигаться по компьютерной, как бы по блок-схемам работы компьютера и дойти там до финала там, канала передачи данных и тому подобное. Ну, очень похожа там игра Computer Carpet, Computer Capper, это 83 года. Это игра по устройству уже физическому компьютера. Тут есть там силиконовая долина, есть горы вывода печати и так далее. То есть тоже ходилка, но изучают там основные принципы компьютерных технологий. Позже игры стали развиваться такие более сложные. То есть это уже не, даже появились не чисто детские игры. Вот, например, Puzzle Put Game, это игра тоже ходилка, но рассчитана уже на более таких старших школьников и даже студентов, где вам также нужно было пытаться пойти по коду программы на Basic. Вот Data Processing тоже игра из этой же серии, где вы просто играли в блок-схемы. По факту у вас было игровое поле, где вместо там вот полей, где можно было ходить, была блок-схема. Так, ну, современные игры, такие более интересные, появились уже в... там, я вообще считаю, началось 94 год. Вообще для меня самой такой известной игрой, с которой вообще началось современное настольное строение по IT-играм, это игра Ричарда Гарфилда «Роборалли». Это легендарная игра, это первая игра на программирование роботов, которая была создана и которая, опять же, впоследствии там скажу про ее переиздание. Игра сложнейшая, игра рассчитанная на 12+, на самом деле игроки могли разбирать только 14+, и более. Но игра рассчитана там до 8 человек, игра сделана математиком. Поэтому, как он ее сам назывался, даже посмотреть на коробку, написано «Игра про управляемый хаос». Вот. Ну и вот 2005 год, например, игра C-Jump. Это игра также на программировании на языке C. То есть вы скатываетесь с горы. По факту вы опять же идете по коду, написанному на языке C. Это тоже такая интересная, необычная игра, которая была сделана. Вот. Ну и понеслась. Например, 2013 год. Роберт Туртлес, опять же, про игра, придуманная сотрудником Google, программистом Дэна Шапира. Это попытка перенести в настольный вариант нашу черепашку из лога. Попытка была удачная, игра, конечно, рассчитана на маленьких детей, на дошкольников, потому что старшим школьникам она уже не интересна. Там, ну, максимум там 7-8 лет от силы, на самом деле уже и 7-леткам играть не сильно интересно тут, как оказалось. Но для начального погружения там в теорию исполнителей, она, игра оказалась очень такой успешной, собрала там миллион с копейками, с несколько миллионов на кикстартере, и впоследствии была куплена компанией Synfun. И издается до сих пор. А, Twin Synbot вышла в этом же году. Это игра также опять на про Марс, про роботов, которые ищут кристаллы, пытаются помешать другим найти кристаллы, и также их надо программировать было. Вот. Ну и такой пример, например, Code Farmers. Это игра 2016 года, где вам нужно, это по сути дела, змеи-лестницы, но с примесью языка Java. То есть, ну, можете там посмотреть, это как раз вот эти года, 13, 14, 15, 16, когда этих игр стало проявляться огромное количество. Вот. Ну, современные игры, это перейдем уже к тому моменту, как бы вот в 16 году как раз я сам издал первую игру свою «Битва големов», но я в 14 году придумал, опять же, посмотрев на «Робот Туртлес». И после этого игры на программирование начали издаваться достаточно массово. Вообще механика программирования действий, она также не новая в настольных играх. Что такое программирование действий? Где вы выкладываете карты, последствия которых вы исполняете на игровом поле. То есть, по сути дела, вы выкладываете какие-то действия, алгоритм, и он исполняется. Есть прямо игры, которые просто написано, что они обучают программированию. А есть игры, которые просто вы также выкладываете действия, но они не обучают программированию, не написано, но они то же самое, по сути, на программирование действий. Вот. Так. Ну, опять же, возвращаясь к нашей
самая такой известная компания, это компания Синфан. У нее, наверное, самая большая линейка игр они собрали на программирование, но это вот Codemaster, опять игра. Она одиночная игра, больше головоломка, она для одного игрока. Ну, в стиле Майнкрафта Robert Totless, серия коды, коды on brain, коды riff control, коды repair, это тоже головоломки. Хакер тоже головоломка. И Potato Piratas, это игра, сделанная в Индии, в одном из университетов, также выпускник Kickstarter. Это игра на программирование на Python. Это, наверное, единственная игра на Python, которая достаточно такая, имеет интересный такой игровой сеттинг. Это компания Synfun и их серия Coding Games. Также игры были, вот, например, Lavas & Babbage, это по факту математическая игра, игра в стиле Roll and Write, где нужно там очки было считать, писать, но по историческому, с историческим экскурсом, как раз в первую вычислительную машину собранную. Или игра Quirky Circuit, это тоже игра выпущена была в 2020 году или там в 2019, если не ошибаюсь, где вы программировали робот-пылесос, который должен был в доме убираться, и которого мешали там домашние животные, там другие там питомцы и тому подобное. Тут, по сути, так сбор заданий. Вот, например, тут Dust Bunnies, то есть вам нужно было роботом-пылесосом, которым котик катается, собрать было всех пылевых кроликов. Вот, тоже игра на программирование. Вот. Ну, вот тут вот такая интересная вещь. Тут еще можете посмотреть вот все эти игры. Но здесь еще речь пойдет о таком уникуме, как бы взлетевшей звезда вундеркинд. Это Самайра Мехта из США. Она в 9 лет разработала игру Codes Bunnies. Потом в 10 лет разработала игру Coder Minds. В 12 лет разработала еще следующую игру там про искусственный интеллект. И все. Три игры выпустили, через Kickstarter на Amazon продали, и все, игр больше не создавала. Наверное, выросла. Вот, ну здесь еще видно вот Bit & Bytes игра. Это, по сути, игра «Верю, не верю», но именно в стилистике компьютерной. Или игра вот Robot Wars, тоже стратегическая игра. Здесь тоже интересно, здесь язык программирования такой средний между Python и Java, что-то такое вот команды даются. Здесь более такие используются не стандартные там алгоритмические команды, там вперед, назад, лево, вправо, а более такое запись близко к языкам программирования. Ну, вот пример подвижной игры. То есть у нас те же самые черепашка, только мы все раскладываем на игровом поле, и у нас исполнителями являются дети. Тоже такой интересный пример современных игр. Вот это все продается до сих пор. Так, ну, Роборалли. Ее переиздали в 2016 году. К сожалению, в России недоступно. Русского издания не было. Ну, классика жанра остается. Плюс красивые роботы. И игра шикарная. Ну и также Ricochet Robots. Это игра на логику. Причем игра на бесконечное количество игроков. И вот на уроках, кто ее использует, вообще хвалят, ну, там, 10 человек могут там целый класс посадить, они могут между собой начать там играть с этими, пытаясь вычислить логически, как роботы должны двигаться. Это занять детей по исполнителям на целый урок, там на два урока можно. Вот эту игру тоже советую. Так, ну и вот новинки, опять же, вообще вот эти первые две игры я недавно узнал, тут на этой неделе только что. И вот Enter the Spudnet. Это, опять же, игра от авторов Potato Pirates, ну, видно там по картошке. Это игра про сети и про хакеров. То есть здесь как раз уже немножко другое у нее направление. Она больше рассчитана на изучение там сетевых взаимодействий, изучение глобальной сети, изучение взломов, защиты и так далее. Тьюринг машин, математическая игра на отгадывание. Игра компанейская. По сути дела, игра компанейская, типа Roll and Write. То есть вы пишете, там отгадываете. То есть, ну, взяли механику быков и коров, взяли механику панчи, то есть вот шифра с вырезанными шифровальной карточек. И можно уже там командой там друг с другом поиграть, попытаться отгадать, что загадано на определенных там карточках. Кто вперед отгадал, тот выиграл. Ну, Робот Синго, это вообще интересная такая игра. Нашел случайно, эта игра издана в Шри-Ланке. Это игра про робота-пугала, который защищает бахчу с арбузами от различных вредителей из вражеского робота-пугала.
То есть вы программируете робота, который должен на бахче спасти все арбузы от того, чтобы их кто-то украдет, там съедят и так далее. То есть это тоже такая игра, написано, что обучает программированию. Россия. Что есть у нас в России? Ну, начну с того, что «Битва големов» у меня появилась в 2014 году. Потом в 2016 году. В 2017 году банда умников издала «Прогеры» на Марсе, программирование. Позже издала издательство «Звезда» «Туманность ежа», потому что, ну, на программирование. И, ну, вот примерно с «Прогерами» появилась игра «Такси». «Такси» — это для маленьких. Это там 6 лет, 7 лет, там уже говорят, неинтересно. Это просто базовый алгоритм. Базовое движение исполнителей. Тумана Сижа, Прогеры, Битва големов, как у меня, это программирование действий. То есть вы выкладываете программу и по ней уже там выполнять какие-либо действия на игровом поле вашими игровыми персонажами. Здесь вот это марсоходы, здесь это космонавты, у меня это боевые паровые роботы. Вот. И в прошлом году появилась игра Мари, это головоломки. Это набор заданий. Это попытка перенести вот эти компьютерные там коды ORC и так далее, задания именно в настольный вид, где игра для одного игрока, где вам нужно решать головоломки. Вот. Ну и моя «Битва големов», она была, последняя версия сделана в стиле Scratch. Здесь, как видите, тоже есть условия, есть циклы, есть прямо тоже головоломки отдельные. Ну, здесь задача, что у вас есть боевые роботы, вы выкладываете для них программный код. И ваша задача повредить, как бы вывести из строя соперника, который наносит повреждения за параллельно тут у вас. У роботов также они выходят из строя какие-то либо компоненты. И получается, это и игра на обучение программированию, робототехники. Почему робототехники? Потому что у нас дети современные, они плохо понимают вот расположение в пространстве. А здесь нужно давать команды примерно такие же, то есть вперед, назад, лево, вправо, и выкладывать программу так же, как вот даются для роботов позже уже, которые вот реальные физические. Вот. Ну, алгоритмика здесь никуда не девается. То есть это современные вот игры, которые у нас существуют. Вот. Так, ну, вот кратко о том, что у нас есть. То есть в России, как скажу, сейчас доступно в продаже, скорее всего, «Прогеры», «Такси», «Мари» и так далее. «Битва големов» у меня еще можно найти остатки. Они есть, например, самая первая версия есть в Linux-центре. И вот эти вот вторая и третья версия, у меня как бы три издания, тоже можно еще найти в интернет-магазинах. И, ну, мы в планах уже переиздать игру в новом сеттинге, тоже хотим космос затронуть. У нас големы поедут в космос. То есть мы перенесемся на другую планету и там уже добавим там интересные тоже такие моменты. И, скорее всего, вернемся к блонг-схемам. Так. Вот. Что почитать? Где найти дополнительную информацию по этим играм? И вообще, где можно там с нами связаться, там со мной связаться, задать вопросы и тому подобное? Так. Вот смотрите, здесь эта информация есть, я презентацию, надеюсь, у нас также разошлют вот то, что вот это есть. То есть это блог на Дзен, группа ВК, группа в Телеграм. Там я постоянно публикую информацию не только о настольных играх, не только об образовательных играх, но и о дополнительных каких-то моментах, касаемых робототехники, свободного ПО, конструкторах электронных и так далее. То есть очень много информации мы публикуем постоянно. Ну и разработки наших новых игр. Это опять же Дзен, ВК и Телеграм. Каналы на Ютубе и Рутубе. Ну, в ВК они также продублированы. Здесь видеоролики, правила игр. И когда игры новые выходят, там какая-то дополнительная интересная информация. Ну, Рутуб только-только развиваем, соответственно. Теперь, забегая вперед, где взять, опять же, наши игры будет. Пока не, как я сказал, только остатки можно найти. Почему? Потому что из текущих событий мы не в этом году не смогли издавать примерно полгода. Типографии не знали, какие будут цены. Никто не понимал, какие будут расходники материала и так далее. Сейчас все понятно. Но сейчас, как бы, если по правилам, скажу так, если до ноября, до октября месяца не разместить заказ в типографиях, вам его никто не напечатает. Сейчас Новый год, они все загружены там подарочными и прочими вещами, поэтому мы игры будем выпускать уже в следующем году. Но
Здесь какая есть вещь? Если вот по форме напишите, что хотите предзаказ, если наберется там человек 150-200 желающих заказать игры, то мы можем издать их гораздо быстрее. А смотрите, почему нет продажи? Я говорю, проблема в том, что, как сказал, их уже все продали, а новые игры мы допечатать не могли там по определенным причинам. Потому что типографии нам смогли сказать, какие будут цены печать только там в летом этого года. А мы просто не успевали подготовить до того, чтобы запустить краудфандинг и запустить печать. И как я сказал, если в октябре не размещать заказ, все. То есть до Нового года типографии просто заказы не будут печатать и принимать. Поэтому мы сейчас только вот готовим химию. Химию, скорее всего, краудфандинг запустим на следующей неделе. И разместим уже после января заказ, и там в феврале, к концу февраля нам игры напечатают. Потому что цикл печати игр от 20 до 40 дней. Ну, сейчас 60 даже не доставят. Вот, мы просто физически из-за текущих событий не смогли в этом году сделать игры, которые хотели. А никто не думал, что их раскупят. То есть у нас еще игры где-то в сентябре были еще в магазинах, и все, в октябре они исчезли. То, что у нас тираж маленький, 500 штук всего лишь мы заказываем, больше мы не можем, у нас тоже спонсоров нету, чисто за счет как краудфандинга выживает издательство, и поэтому игры печатаем такими маленькими тиражами, поэтому они и становятся дефицитом. Вот я говорю сказать так, вот если сделать предзаказ, если набирается достаточно людей на предзаказ, мы можем разом запустить все игры в печать, минуя краудфандинг, это соответственно... Мы можем уже получить вот эти все новые версии. На самом деле, вот химия Битва Големов Закрытие цепи. В Закрытие цепи она готова почти. Там осталась коробка. Битва Големов также почти готова. То есть, по факту, нам их только скомпоновать и отдать типографию. Все будет готово. То есть, вопрос только в этом. Да. Поэтому и по ссылкам на сайте уже нигде и нету. Тут... Увы, увы, увы. Говорю, можно найти вот та же Битва Големов, она была в Краснодаре. И, как сказал, в Linux-центре. Есть первое издание, по факту они, даже первое издание, оно, может, даже больше зайдет, там используется именно, может, оформление такое не самое красивое, но используется блок-схемы. Вот. А не закрыть цепь, да, они еще тоже где-то должны быть. То есть, если ответил на вопрос, то да. Так. Вот. Так, ну вот кратенько все. Если есть вопросы, можно задать. Я в чате вижу. Контакты вот есть у нас. Как говорится, сайт, опять же, также смотрите, у нас он переезжает. Впоследствии допереедет. Мы анонсируем все игры. Это до Нового года. Как раз будет информация по всем вот вариантам Битвы Големов. Ну, могу сказать так, что Битва Големов будет в космосе. Добавятся туда интересные такие вещи. Ну, во-первых, улучшим понимание детьми карт, сколько там слотов занимать будут и так далее. И добавим там интересные вещи, там потерю сигнала, гравитацию и прочее, полезно, что если чтобы разнообразить сам игровой процесс. Но не закрыть цепь, тоже ее просто улучшили, убрав сложные для понимания детьми и сложные для расчета варианты, когда возникали параллельные соединения. Сейчас только последовательные соединения, поэтому игра становится динамичной. Вот. Ну и то, что было в дополнении, то, что было только для краудфандинга, уже будет внутри самой игры. Пока три игры, но опять же, мы всегда рады предложениям по интересным механикам и играм. И если, давайте я сейчас вернусь к нашей химической игре, к сну Менделеева, то если посмотрите, здесь игра... Вот, есть союз арбуз. То есть это внешняя разработка, наша первая там попытка, когда мы только упаковывали игру и делали к ней научную составляющую, а механику предложили, и вот часть оформления предложили сами авторы. Поэтому, если у вас какая-то есть идея по научной игре, если вы считаете, что она интересна, напишите нам. Мы с этим делом всегда внимательно все рассматриваем эти предложения и рады будем там выпустить игры, потому что так, контакт. Так, ну давайте сейчас я вытащу. Ну, давайте вот снова смотрите, пишите в любой, вот, хоть куда пишите. То есть видно, да, контакты.
То есть везде просто робот. Вот смотрите, просто робот, ВК.ком, просто робот, в Телеграме, просто робот.ру, но тут, к сожалению, у меня увели канал там в Телеграме. То есть можете туда писать, в личные сообщения и так далее. Вот. Так. Лично я тут, к сожалению, сейчас лично я не даю по одной простой причине. У меня где-то порядка 8 проектов в работе, по работе. Я поэтому личный канал не даю мне, потому что там невозможно будет читать. Вот. Просто напишите на... Что-то есть на инфо просто робот, напишите. Вот. Либо на в канал. Ну, можете меня найти, я везде Академ. То есть, опять же, я везде, у меня ник Академ, он стандартный. Опять же, в ВК зайдете, просто робот, там у тебя есть ВК. Вот. Просто Телеграм, скорее всего, могу не ответить. К сожалению, у меня там стоит небольшой блок на общение, потому что у меня только рабочих чатов штук 20. Вот. Потому что я айтишник, который занимается дополнительными вещами. Так. Ну, давайте, если еще вопросы есть. Так, ну я сейчас посмотрю. У меня, может, там телеграм-канал-то не сильно и закрыт. Наш просто роботовский. Так, просто робот. Ну, давайте, если еще вопросы есть. Так. Так, ну я сейчас посмотрю. У меня, может, там телеграм-канал-то не сильно и закрыт. Сейчас посмотрим. Уведомления. Так. Ну, лучше ВК-то написать. Лучше ВК написать, потому что здесь, кстати, наверное, нет возможности написать напрямую в личку. Так, управление каналом, сейчас посмотрю. Так, тип канала публичный. Да, здесь нету, к сожалению. Так. Так, ну, коллеги, если вопросов нет, то на сегодня предлагают нашу такую мини-лекцию закончить. Так, я вот сейчас оставлю вот здесь свои контакты, чтобы у меня были в конце они. Если интересно, пишите, говорю, просто на почту. Вот в ВК меня найти можно. И до меня в соцсетях я там везде есть, похож на себя, вот картинка. На самом начале была. Единственное, что говорю, могу не сразу ответить, потому что... Конец года, проект, и не всегда успеваю всем отвечать. Ну, судить всегда все можно. Еще раз спасибо всем, кто смотрел нас. Презентацию я коллегам, которые мне предоставили возможность рассказать, вот дам вот эту. Надеюсь, они тоже ее разошлют вам. И если будет интересно что-то еще узнать по не только по играм, например, по безмашинному обучению, по робототехнике, там, по другим-то направлениям, которыми я занимаюсь, по истории там, электрических конструкторов и так далее, просто напишите мне, скажите, я с удовольствием вам об этом расскажу. Все. Коллеги, давайте до новых встреч.